это событие всегда очень радостно и долго ждешь, практически целый год. И всегда очень интересно, какое же оно родится на свет, какого цвета, с какими отметинами. И вот когда это случается, эмоции просто переполняют. Я обожаю маленьких же ребят. Вот оно, наше долгожданное пополнение. У нас Булат прям маленький. Макуша, привет! Ай, ты моя умничка, какую прелесть ты там родила. Макуша, Макуша, Макуша. Все хорошо, мне просто глянуть пол. Пол женский. Ай, ты моя девочка, только-только родила. Только ожеребилась. Крошечки мои, с днем рождения. В сарай она решила не заходить, ожеребила здесь. Прям в Леваде, прям вот тут, в грязи, где-то. Даже мы не видели. Нет, чтоб ночью в тишине, в спокойствии. Ну, оно такое вот бодренькое чудо. Я обожаю этих малявок. Сарай сейчас закроем их, чтобы им там было спокойно. Заходи, 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 заходи. А вот обнаружила, где она тут жеребилась. Вот это послед. Это... Вот здесь находился же ребенок. Ты свидетельницей была, да, Изабеллочка? Тетя крестная.